удивительная задумка создать карту России вышиванием. И Чувашия была инициатором этого произведения. Быстро подключились регионы России. Это удивительная история. Для меня вышивание карты России разными регионами нашей страны – это как история, это как традиции великого нашего народа. И как будто бусинки на ниточку наслаиваются, и как будто звуки из песни. Вы знаете, так создается произведение, любое. Поэтому поздравляю вас с удивительным нашим годом, где мы будем торжествовать, петь и веселиться. С праздником! Лишь Господь надлежит человек.